Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в окрестностях моей мастерской в гараже. Занимаюсь я распаковкой и сборкой моего нового приобретения, а именно модульного складного стола Ant. Ну, Ant, я так понимаю, это муравей. Вот инструкция на него, значит, столы и подстолья. Ну вот уже в минимальной конфигурации я как бы прикинул, а вообще говоря, конфигурация тут отнюдь не минимальная. Но об этом чуть попозже, сейчас покажу вот на примере вот этого вот маленького стола с двумя столешницами, в чем прикол, собственно. Вот тут вот есть резьбовые втулки, остается прикрутить вот эти вот столешницы модульные к подстолью. Есть здесь перфорация, и перфорация очень хорошая, а именно 20 мм. То есть любая оснастка фистуловская сюда встанет. Ну и как бы вот всякие упоры, которые идут с верстаками, в которых перфорация 20 мм. Ну то есть все штуки, которыми я обзавелся за долгие годы, сюда прекрасно подходят. Погоды у нас стоят хорошие, поэтому иногда очень неплохо поработать с габаритными деталями во дворе. Что-то там попилить, собрать. Как бы иногда мне в гараже становится все-таки тесно. Опять же, вот эту всю штуку можно использовать во время ремонта. И не только. Сейчас я соберу уже полностью весь стол. Покажу все, так сказать, масштабы этого предмета. Ну, еще расскажу пару слов. Столешница тут ламинированная, фанера, и она, так сказать, двухсторонняя, то есть со второй стороны тоже есть вот эти вот зенковки, как бы можно перевернуть, иметь тут лицевую сторону и черновую сторону, ну, при желании. Намерил я 18,5 мм, вот таких вот внушительных размеров стол. Ну тут можно играться, это же конструктор, там сделать больше, меньше, кому как надо, да. В общем, не стыдно такой и поставить под шведский стол на деревенскую свадьбу. Ну, потому что для обычного стола он все-таки высоковат. Тут высота 90 сантиметров. Есть еще 80 сантиметров. Можно заказать модели. Вообще это все можно заказывать как конструктор. Отдельно столешницы, отдельно подстолья. Там в разных конфигурациях. Так, ну что, устойчивый. Походил я, видели вы, что нормально он меня выдерживает, несмотря на то, что вот тут вот плитка, она, скажем так, неровная. То есть все тут стоит очень так, ну, как бы устойчиво этот стол. Ну, недаром он называется муравей, Ant — это по-английски муравей. Собирается быстро, разбирается еще быстрее. Ну, сейчас покажу, как это все в сложенном виде выглядит. Ну и вот столько вот этот вот здоровенный стол занимает в собранном виде. Помимо инструкции и схемы сборки, в комплекте идет такой маленький гаечный ключ, шестигранник, совмещенный с крестовой отверткой. Ну, поскольку у меня как бы своего инструмента хватает, то вот этими вот штуками я не пользовался. Что сказать, вот этот вот стол оказался даже лучше, чем то, что я ожидал, когда заказывал. Ну, в общем, пока доволен. На этом, наверное, на сегодня все. Ссылки все будут в описании к видео. Ну а вам спасибо за просмотр. До свидания.